Нападающий женской хоккейной команды «Стальные лисы» Мария Дворянова никогда и не мечтала о спортивной карьере. Все началось, когда она отдала сына в хоккей. Потом этой игрой увлекся супруг. Теперь вся семья в разъездах, кто на тренировках, кто на соревнованиях. Недавно Мария вернулась из Казани. Там они вместе с командой выиграли бронзовые медали на женском хоккейном турнире «Красота спасет мир». Турнир, ну, просто уровня, я не знаю, когда мы, обычные учителя, медики, менеджеры там, да, почувствовали себя, ну, реально звездами хоккея. Просто вот это вот ощущение, оно бомбическое. Мы знали, что это будут сложные игры, что на победу рассчитывать, ну, вряд ли стоит. Мы ехали пробовать, просто получить вот этот колоссальный опыт. Самарским «Стальным лисам» на турнире в Казани пришлось несладко. Сначала они проиграли «Ангелам Кирова» 0-6, затем не устояли перед местными «Пантерами» 1-11. И, наконец, победили «Амазонок» из Чебоксар 7-0. В итоге третье место на пьедестале почета. Такие турниры – это хорошая возможность нам посмотреть, как мы выглядим на фоне других девочек. Поэтому это всегда интересно. И я считаю, что мы выступили очень достойно. И с лидерами побились. И, в общем, тех, кого должны были обыграть, обыграли. На достигнутом «Стальные лисы» останавливаться не собираются. Уже летом они ждут в гости в Самару на товарищеские матчи соперниц с казанского турнира. У нас девчонки все задорные, несмотря на любой возраст. Все активны, все хотят участвовать, хотят играть и развивать именно свой любительский уровень. «Стальные лисы» – единственная женская хоккейная команда в Самаре. Поэтому набираться опыта девушкам приходится соревнуясь с мужской любительской лигой. В этом сезоне команда заняла в городском турнире 8 место из 13 возможных. Поборолись в первом круге плей-офф, но проиграли чемпионам регулярного сезона команде «Пиранья». Девушки не расстраиваются, а мечтают, что когда-нибудь в Самаре будут проходить хоккейные соревнования среди женщин. Федерация хоккея уже готова помочь реализовать спортсменкам грандиозные планы. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.